попытка выбросить шайбу, не получается. Ой, какой пас, и надо забивать, это гол! 4-3! Ну, фантастика! Как там мы оставили? Непонятно, Зернов. Оставили одного Зернова, и Зернов абсолютно один справляется с Иваном Федотом. Кагарлицкий нарезает. Здорово! Кагарлицкий! Браво! 2-1! Акбарс выигрывает этот матч. Какая вертушка Кагарлицкого! Пустые ворота. Отдает он эту передачу. Сторкина играть. Сергеев. Длинная передача вперед. Здесь зря остановил шайбу Абрамов. Атака, атака. Магнитки. Гол! Добин! И это 4-0! Вот такой Металлург приехал в Москву, чтобы забрать игру номер 3. Голди Шоу мы увидели с фантастической передачей на пустые ворота. Полез за ворота. И бросок и гол Никита Тертышный! За 2 минуты и 42 секунды до конца третьего периода выводит «Трактор» впервые в этом матче вперед. Вау! Здесь есть Волков. Ближе к синей линии, но Кальхаммер пытался сыграть на удел. Там Гераскин перехватил эту передачу. А это Рашевский против Шостака. Опасный момент. Друзья, если у вас день рождения, праздновать надо вот так. Дмитрий Рашевский, 2-1. Классный гол. Разобрался, убежал и переиграл. Но не до конца. Юханссон заявил свой протест. Воробьев за воротами пытается доставить шайбу на пятак и доставляет. Их не закончилось еще. Ничего, бросок! Гол! У-ху! За 4,2 секунды до конца Гусев прострелил таки Федотов. Как раз Егор Рыков почти приближается к 20 минутам за матч. Но понятно, что Стэнфест, Рыков и Пресс – это основные игроки обороны. А вот это что-то невероятное мы с вами наблюдаем. Торпеда открывает счет и просто фантастическую шайбу забрасывает Артур Тянулин. Выигранное вбрасывание он здесь принял, обыграл. Дальше из-под ноги в девяточку. Выданные довольно много определяют. Кузьменко! Кузьменко! Это фантастическая шайба лидера СКА! Посмотрите, что он сделал! Еще раз давайте посмотрим. Скидка Бурдасова, центрея Кузьменко и на носовом платочке уходит от Панюкова. И шайбу переложил. Кузьменко воевал из-под Линкольна, влезает на ворота. Лехтонин. Робинсон на синей линии его поддерживает. На передачу идет на Кузьменко. Резкий разворот, момент и гол. Очень красивая шайба Андрея Кузьменко. И СКА выходит вперед. Очень красивая шайба и очень эмоциональное празднование. Феноменально разобрался в этом моменте. От одного ушел. Здорово сыграл, конечно, Андрей Кузьменко, но в его техническом... К второму не пришел. Так, в его техническом оснащении никаких сомнений нет. Открутился от Корбова. Руки ушли, и он был нацелен на бросок. Прием от Голдобина. Голдобин. Бросок, гол. Прекрасная шайба Николая. Снимая ее спиной. Смотрите. Опа. Все. Да, эта шайба просто вау. Просто вау. 1-0. Металлург. Фантастика.